За 15 лет литературного творчества из-под пера Ника Перумова вышло 23 книги. Общим тиражом больше 6 миллионов экземпляров, что является рекордом для жанра фэнтези в России. Писатель пообщался с лицеистами в абсолютно неформальном стиле. Кроме рассказа о своей новой книге, он поделился своим личным опытом писательской карьеры. Рассказал много интересных историй из жизни, которые не отпускали внимания аудитории. Сама встреча была организована по инициативе директора лицея, которому, как оказалось, творчество писателя очень дорого из собственного детства. Это очень круто, что он к нам приехал, потому что это воспоминания из детства, эти ночные чтения под одеялом. И это именно то, что хочется, особенно современной молодежи. У нас очень много литературы в нашей библиотеке, которая именно его авторство. И это действительно, на мой взгляд, это писатель очень серьезного уровня для современной молодежи, как минимум точно. В зале собрались от мала до велика. Многие ученики лицея оказались настоящими фанатами творчества Перумова, которые ждали до последнего, чтобы задать личные вопросы. Когда ты читаешь книгу, тебе интересно узнать, чем же все это кончится. А узнать, как это все человеку пришло в голову, как человек это придумал, это довольно интересно и захватывает. В целом, даже формальный прием оказался очень интересным и информативным для лицеистов. Ник Перумов не заставил скучать даже тех, кто не знаком с его творчеством, а скорее наоборот, мотивировал познакомиться с фантастикой. Ведь как раз в юности читать ее интереснее всего. Без чтения, без любви к чтению, без любви к к такому абстрактному восприятию не красивых картинок, как на компьютерном мониторе в игре или в фильме, а строчек текста, вы не развиваете свое абстрактное мышление. Вы не учитесь сочувствовать, сопереживать, казалось бы, таким сухим строчкам. Камиль Абдуллин, Руслан Уразаев, Универньюз.